Томми справился. Теперь все городские политиканы напуганы. Никто не хочет кончить, как этот советник. Молодчина, Том! Но это еще не все. Теперь у нас на мушке правая рука Морелло. Его братец Серджио Морелло. Он заправляет городскими профсоюзами. Его главная кормушка — профсоюз докеров. Благодаря ему он практически контролирует весь городской импорт. Убив его, мы лишим Морелло солидной части его дохода. Я знаю, как мы это сделаем, босс. Обычно Серджио сидит в ресторане «Итальянский садик». В ресторане есть телефон, а напротив, через улицу, телефонная будка. Ты заходишь в будку, звонишь в ресторан и просишь Серджио к телефону. Я буду стоять перед рестораном с Томпсоном и... Как только Серджио подойдет к телефону, пристрелю его. Потом прыгаем в машину и быстро сваливаем. Что скажете? Ага, думаю, со звонком-то я справлюсь. Приступайте, ребята. Винченцо выдаст вам оружие. Винченц, мне нужен автомат Томпсона и что-нибудь для Тома. Ладно. Вот, мальчики, я буду болеть за вас. Спасибо. Привет, Ральф. Нам нужна машина. Эй, у меня здесь новенький Тераплейн. Это очень достойная и мощная машина. Она вам понравится, Полли? Здесь новый тип замка, но умному человеку не составит никакого труда его открыть. Просто вот так. Легко и просто. Нажми до щелчка. Класс! Теперь вперед, Том, пошли!
Бери машину и жди меня. Дело верное. Алло, мистер Морелло, пожалуйста. Подождите. Братан, мистера Морелло сегодня нет. Господи, Полли! Это не он! Полли, уходи! Морелло здесь нет. Не переживай, Том. Со всеми бывает время от времени. Мы с Винченцо разработали новый план. Ив сказал нам, что у Серджио есть любовница, с которой он проводит время. Сегодня он должен быть у нее. Винченцо тут приготовил ему небольшой сюрприз. Все, что нужно, это прикрепить ее к машине, пока он там развлекается. Так точно. Все, что тебе нужно, это заложить бомбу прямо под машину. Дальше ты просто наслаждаешься шоу. Сержа обычно уходит в 4, так что поторопись. На этот раз должно сработать. Его пассия живет в Оукмуде. Если его спортивная машина припаркована у входа, значит он там. Прикрепи бомбу под днище. Звучит намного лучше. Я пошел.
хочу взять с вас шпагу. Ладно, командир, ладно. Надеюсь, этого больше не повторится. Горячая же эта штучка. Помогите!
Эта девушка вышла и села в машину. Я не знаю. Наверное, он ей ее одолжил. Ну, бывает, и еще что. Что же ты мог поделать? Грубо говоря, достать парня все равно надо. Сержио встречается со своим букмекером на стоянке в ресторане «Радуга». Отвези туда поле. Пусть наделает в нем дыр. Ты только веди. Потом быстро сматывайтесь, пока не началась тревога. Теперь я достану этого ублюдка зубы. Откинет тапки и даже не поймет, кто ему помог. Короче, шевелитесь, а то Серджио там не застанете. Сэр, это уже второй?
сукин ты сын! Что за... Мистер Сальери просил вам передать! Вот черта тут происходит! О, нет! Ну, это в корне меняет ситуацию, господа. Убейте этого шута!
После такого количества провалов Сальери передал эту работу другим. Меня он с ними отправил чисто для страховки. Просто сиди тут и смотри, а то опять чего-нибудь напорит. Любитель.
Эй, ты чего уставился? Мочи этого козла на хвосте! Thank you.
знаете меня? Thank you.
не вышло, а? Не, я не понял, ты что делаешь, сука? Да мой брат грохнет тебя вместе с семьей. Давай кончай, ты жмурик. Ты меня не достанешь, кретин. Не на того наехал. Эй, слышишь меня? Везет же гаду. Mm-hmm.